Ага. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, и добро пожаловать в нашу новогоднюю серию Майнкрафта, где сегодня мы будем продолжать проходить эту крутую карту с Дедом Морозом, а точнее, злым Дедом Морозом. Хоррор-карта, где нам нужно будет просто выжить и спасти Рождество в какой-то степени. Но сегодня, ребята, не запаривайтесь. Сегодня у нас 31 декабря, Новый год, и для вас у меня есть уже несколько новостей. Как видите, я поменял обстановочку. Раньше у меня стол находился вот в том углу, сейчас я его переместил сюда. И, кстати, это новый стол, намного удобнее. Раньше у меня был стеклянный стул, который был, ну, не очень. Можно было стукнуть рукой, когда, например, там тебя убили в какой-то игре, и стол бы рассыпался. Сейчас я могу стукать сколько хочу. Также сегодня мне уже пришел новый микрофон. Да, я его ждал несколько месяцев, и сегодня он ко мне пришел. Да, ребята, это, в принципе, 31 декабря, и сегодня он пришел. Ну, такое сочетание, да. Ребята, не расстраивайтесь, это хоть и длинное вступление, но ничего, сегодня на протяжении всего дня, всей ночи, вот... Задроты, ладно, не задроты, геймеры прям, которые любят сидеть всю ночь и всю ночь будут находиться за компом. Специально для вас я буду выпускать видео на протяжении практически всего дня, потому что такой день только раз в году. Наверное, нормальные ютуберы идут там праздновать, и... А я буду сидеть и записывать для вас видео. Но, ребята, за это хотя бы поставьте лайк, ведь... Я обещаю то, что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу новое видео. Вот обещаю. Не так-то сложно это поставить, но вы действительно сделаете мне приятно. Также подписываемся на мой канал. Ссылочка есть вот там, кнопочка есть вот там в том уголку. И также под видео красное, где вы можете найти надпись «Подписка». Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Новогодний день, новогодняя ночь, поэтому сегодня мы, ребята, будем развлекаться по полной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прям рассылую всех, кого увижу, если вы вот это сделаете. А сегодня, ребята, сейчас мы не будем тянуть, мы сразу же приступаем к прохождению карты. Да, ребята, кстати, напишите в комментарии, нормально ли меня слышно, потому что микрофон только сегодня пришел, ну, прям час-два назад, я его еще вообще не успел настроить, я сразу же его установил, чтобы записать для вас видео. И выпустить его сегодня, 31 декабря. Поэтому, ребята, напишите. Я вроде старался, выбирал более-менее такой нормальный. Как я понял, в нем шума вообще не должно быть. Если в предыдущем микрофоне были шумы, я там редактировал офигеть как много, чтобы убрать хотя бы чуть-чуть шумы, то сейчас, в принципе, их не должно быть. Это шум на заднем фоне дождя. Ну что, ребята, мы будем начинать. Мы будем начинать на изи. В принципе, как в предыдущем раз... А сложность не меняется, только меняется количество жизней и сколько раз мы можем умереть. Во! Ну что, ребята, опять мы сюда вернулись. Как бы мне это не хотелось, но мы опять сюда вернулись. Ну что, кто помнит предыдущее прохождение, то есть мы проходили эту карту несколько дней назад. Опа, уже один подарочек. Мы проходили эту карту несколько дней назад, и в принципе многим она понравилась. То есть многие меня даже уже начали спрашивать, мол, Эдисон, а будет ли продолжение? Будешь ли ты выпускать следующую часть? Когда будет следующая часть там вот этой хоррор-карты? Я, если честно, ребята, вообще не ожидал, что она вам понравится и так сильно. Поэтому, ребята, я всегда учитываю мнение своих подписчиков, и как видите, сейчас я и начал ее прохождение очередной раз. Что очень плохо, то что в предыдущий раз мы нашли очень много ключей. Мы нашли действительно большое количество ключей, но, к сожалению, я не знаю, от чего они были, но они не подошли вообще ни к чему. То есть они вообще, можно сказать, не работали. Я не знаю, но... У нас было около 5-6 ключей. О-о-о! Уже! Ребята, он уже за нами охотится. Нужно сваливать нафиг отсюда, потому что в этой серии мы не допустим то, чтобы он нас словил, чтобы он нас убил 3 раза. Мы попытаемся пройти эту карту, хоть я не знаю, чем это все закончится. Тут есть у нас 2 двери. То есть, одна в дом Санты-Клауса. Да дай мне пройти, зараза. Одна в дом Санты-Клауса, как вы сейчас видите. Вот этот большущий дом. Никто не выпрыгнет. Вот этот большущий дом. А следующий вот в тот подвал. О, рыцарь. Здрасте. А следующая в тот подвал. Сейчас будет у нас, ребята, маленький подарочек на Новый год. Я сейчас всем его вручу.
Хоть я уже знал, но много, наверное, многие не знали. Хоть я и так напугался. Вот видите, ребята, там у нас что-то внизу есть. Там что-то у нас есть. Но я ничего не могу найти, я не могу ни его ударить, я не могу ничего с ним сделать, я не могу никак туда пробраться. Если честно, я не представляю, что нам сейчас делать. Зачем мы сюда пришли? Затем, чтобы просто увидеть вот этого мертвого херабрина и увидеть то, что там внизу у нас что-то есть? Наверное, только поэтому. Потому что я тут больше ничего не вижу, к сожалению. И что самое плохое, то что у нас есть только две двери, точнее одна дверь, один люк, но... Мы нашли около 5 ключей в предыдущей серии, и эти ключи вообще никуда не подошли. Поэтому я не знаю, если честно. Ну, в принципе, будем топать дальше. Будем топать дальше. Опа, подарочек. Я, если честно, его сразу же не заметил. За нами уже ведется. Как я ненавижу вот этого чувака, который поет. Убегаем. And Happy New Year. К сожалению, он это не сказал, но все же убегаем, убегаем. Главное, чтобы вот этот злой Санта нас никогда не словил, потому что... Опа. Никогда нас не словил, потому что если он нас ловит 3 раза, все закончится очень... Все закончится очень печально. Но, как видите, у меня уже началось сердцебиение, это значит то, что он был где-то рядом. А где он был... Сейчас понаблюдаем, да, если честно, никого не вижу. Я не знаю, как эти ключи, мать его, работают. Что вообще с ними делать, потому что... Так, ну вот тут он нас не словит, тут мы в безопасной зоне. Я не знаю, как эти ключи работают. Да иди ты в жопу, я под... Как ты вообще нас в ловушку какую-то загнал? Мы зашли в этот дом. И как нам отсюда выбежать? Ну, вроде пока что тебя тут нету. О, еще один подарочек. Еще один подарочек. Я, если честно, вообще даже не знал то, что он тут находится. Я его видел. Убегаем, ребята. Бежим как можно быстрее. Да? Он перев... Ох, ты прям похоже херабрина, ребята. Как вы думаете, похоже ли он хер... Оп. Вот этого мертвяка, трупака здесь не было. Key of Ender Chest. Ender Chest. Это все очень круто, только я не знаю, где тут вообще есть Ender Chest. И что нам тут вообще делать. Ни один ключ не под... Как он меня словил? Вот ты зараза. Вот знаете, чем дальше ты там бегаешь, тем в принципе он тебя быстрее ловит, это понятно, но... Непонятно, что нам нужно делать. То есть, я не вижу тут никаких других домов. Я не вижу тут никаких других, я не знаю, вариантов, куда мы можем пойти. Все, что тут есть, это 4 ключа, которые мы нашли до этого момента. О, еще один. Что это за ключ? Cave Nursery. Devil's Cave, Cabor. Вот эти все ключи, у нас есть 5 ключей. Это его последняя записка. Так как он меня словил? Так он даже... Он даже возле меня не был. Как он меня словил? Я не знаю. Но что самое хреновое, у нас есть 5 ключей. И мы с этими ключами не можем... Нифига сделать. Как видите, у нас все закрыто. Мы ничего не можем открыть. И может эта карта недоработанная? Кто там у нас внутри? Никого? Может, я не знаю, честно, ребята. Хоть убейте. Я не знаю, ребята. Пробуем еще раз или не пробуем? В принципе, очень бы хотелось пройти эту конченую... А хотя, в принципе... У меня есть одно предположение, вот одно маленькое предположение, что мы можем сделать с этими 5 ключами. Одно маленькое предположение. Нам сейчас быстренько нужно их опять собрать все вместе. Вот тут еще один, и там еще один я видел. Вот, один сюда. И знаете что? У меня есть маленькое предположение, как я уже сказал. Вы помните... Сейчас. Ребята,
Вы помните этого эльфа, который был спрятан? Его дом находился где-то в каком секрет... У него был какой-то секретный дом. Он находился где-то в горах, и там была только одна дверь, то есть один выход, один вход. И мы туда могли забраться. Мы туда могли пойти, но у него там ничего не было. У него там ничего не было, то есть он ничего не мог... О, еще нифига себе, как я узнал. Вот. У него там ничего не было, то есть мы ничего не могли с ним сделать. Но у него в руках был один факел. У него в руках был один факел, и у него в руках был один командный блок. То есть, может, это что-то означает? Может, он нам сможет помочь? Может, мы сейчас пойдем и обменяем вот эти 5 ключей на какое-то сокровище? Или просто он нам даст реальный ключ, и с помощью которого мы сможем открыть все двери, которые нам нужны? У меня это только предположение, ребята. Я не знаю, действительно ли это так. Я не знаю, действительно ли это сработает. Но хотя бы есть у меня какая-то мысль, потому что, ну... Не зря же он там сделан, не зря же он там стоит. Вот он. Зараза! Дай нам ключи, или мы сейчас заберем вот это все нафиг. Ну что, ребята, как вы видели сейчас на камере, эта дверь закрыта. Как сейчас вы видели на камере, я нашел путь. Чтобы просто-напросто не тратить ваше время, чтобы я опять пару часов... Ух ты, ни хрена себе. Чтобы я опять пару часов не бегал и не искал еще один ключ, еще один выход. Вы видели на перемотанной съемке то, что я все это нашел, то, что я все это принес. И то, что все я это сделал и забрался в дом Санты-Клауса. Ну и сейчас главная проблема. Что нам тут делать? Что нам тут делать? Как нам отсюда выбраться? И вообще в чем прикол? Как видите, у нас все ключи пропали, да? То есть мы больше ничего делать не можем. Тут у нас на земле есть куча, ну, как вы сами заметили, отрубленных голов. Что нам с ними сделать? Что-то, что-то приближается. Смотрите, что нам в чат написало. Что-то приближается с первого этажа. Я не знаю, что там приближается, и вообще, стоит ли нам туда идти. Я не хочу, честно, вот я не хочу. Но раз нам написала, значит, мы туда должны идти. It came from downstairs. То есть, а как, куда нам вообще сейчас идти нужно? Нам нужно куда-то продвигаться дальше. Я еще так далеко не заходил, если честно. Я не знаю, стоит ли нам туда вообще идти. Ну, давайте попробуем. Все, идите вон, я вообще не хочу иметь дело ни с какими призраками. Ага. Не забывай! Охренеть. Вот честно скажу вам, ребята, охренеть. Вот кого-кого, но... Ага. Похоже, что дверь где-то... что какая-то дверь где-то была открыта. Мне тоже интересно, какая дверь.
А может, дверь была открыта, знаете где? Вот в том потайном люке, под новогодней елкой. А может, оно реально там было открыто? Может быть, может быть. Валим отсюда, валим отсюда. Может быть, потому что тут больше никаких дверей я не вижу, к сожалению. Все же хотелось, чтобы дверь была где-то вот тут рядом. Давайте проверим. Мне... Санта, Санта. Мне кажется, все-таки это было вот тут. Мне так кажется. Ребята, как вы думаете? Да! Спускаемся! Все! Круто! О, вот тут... Вот тут мы еще никогда не были, и это первый раз, когда мы сюда смогли добраться. Я, если честно, первый раз вообще смог добраться в дом Сан... Да, хор... Да закрой ты уже рот свой! Ребята, я не знаю, куда нам идти. Мне написало то, что какая-то железная металлическая дверь открылась рядом со мной, но я не вижу никакую, мать его, дверь. Вот честное слово, я ничего не вижу, я не знаю, где и что открылось. Если рядом, ну где рядом? Где? Это последняя попытка, и он нас сейчас ловит. Твою мать, он же был на самом входе. Как я смог вообще убежать бы? Ох, ребят, я не знаю. Я не знаю, честно. Это реально сложная карта. Ну давай. Давай, давай. В принципе, ребята, мне кажется, на этом мы уже будем заканчивать. Мне самому интересно, что там. Но я никак не могу найти эту железную конченую дверь. Поэтому, ребята, если вы хотите... Все-таки узнать, раскрыть этот секрет, что же там таится в этих каморках Санты-Клауса, то, ребята, ждем следующую серию, если она, конечно, будет, а это зависит только от вас. Финальная часть, где мы все-таки уничтожим этого злого зомби Санту-Клаусу. Поэтому, ребята, как только мы наберем 1200 лайков, я обещаю то, что я сразу же выпущу финальную часть прохождения этой замечательной карты. Когда это будет, зависит только от вас. Не поленись поставить лайк, который займет у тебя только одну секунду. Но я действительно скажу тебе большое спасибо. Также подписываемся на мой канал, ссылочка, кнопочка есть вот в том уголку, кнопочка есть под видео, красная с надписью «Подписка». Подписывайся, вступай в нашу большую дружную семью, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я всем рад, кто к нам присоединится. Поэтому, ребята, ждем новые видео, которые выйдут еще сегодня. Еще раз всех поздравляю с Новым годом, счастья, успеха и, в принципе, да, самое лучшее поздравление. Поэтому, ребята, я еще раз скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.